В Альпах 11 муниципалитетов из Франции и Швейцарии совместно развивают круглогодичный туризм. В ней зимы любители бега по тропам, горных велосипедов покоряют вершины в Порт-дю-Солей. Это крупнейшая трансграничная лыжная зона мира. Вы можете попасть со швейцарской стороны во французскую буквально за один оборот педалей. Флориан осваивает новые маршруты, предлагаемые в рамках проекта развития круглогодичного туризма. Он объединяет 8 французских и 3 швейцарские коммуны, включая Шампери. Сообща, они рассчитывают расширить приток туристов, помочь гостям региона открыть его природное и культурное наследие в условиях изменения климата. Я вообще-то не привык к электровелосипедам, это довольно мягкий вид спорта. Здесь можно пройти обучение и покататься, увидеть горы с иного ракурса, чем во время спуска на лыжах. Поездка в другое время года дает что-то новое, это очень интересно. Общий бюджет проекта – 1,5 миллиона евро, из которых более 600 тысяч выделяются по линии политики сплочения ЕС. Франция и Швейцария сообща обеспечивают свыше 46% финансирования. В летний сезон в Порт-дю-Солей гостей принимают 12 курортов с 25 кресельными подъемниками. В дополнение к маршрутам для велосипедистов программа включает 55 трансграничных маршрутов для горного бега. В районе Шапель-де-Бонданс Флориан тестирует тропу 41 с двумя чемпионами в этой дисциплине – Гаэлем Сьером и Орельеном Баваром. Все занятия здесь бесплатные. Местные специалисты говорят о росте интереса к региону со стороны туристов и спортсменов. Если взять горный велосипед, то в этом году здесь предприняты 1,7 миллиона поездок. Что касается пешеходов, то летом, благодаря подъемникам, у нас тут перемещались более 800 тысяч человек. Местные жители отмечают, лето в последние годы становится все длиннее и теплее. В Шампери температура достигала 29 градусов. В ожидании зимы летний устойчивый туризм – перспективное решение для владельцев малого бизнеса в горах. Мы проживаем неопределенный период. У нас был огромный спад посещаемости после ковида, а сейчас мы столкнулись с энергетическими проблемами. На этом фоне очень важно иметь возможность работать круглый год. Красота гор. Все 4 сезона.